Ежегодно в городе проходит конкурс «Семья года». Участники соревнуются за почетное звание «Многодетная», «Приемная», «Спортивная», «Творческая семья» и «Семейная династия». Итоги будут подведены в конце мая. Познакомимся с участниками этого года. Саша – девочка талантливая во всем. Преуспевает на занятиях спортивной гимнастикой, получила второй взрослый разряд в учебе, единственная в классе отличница в танцах, выиграла чемпионат мира по степу в прошлом году. 6 раз в неделю по 3 часа тренировки в зале, потом домашнее задание. Свободного времени нет, зато есть железная воля к победе и сильный характер. В ее семье это ценится. У меня папа здесь занимался. Он отдал меня сюда. Мне нравится снаряды делать. Здесь интересно. Худенькая 10-летняя девочка с легкостью выполняет сложнейшие упражнения. Готовится к состязаниям в Саранске. Гимнастка часто в разъездах. Маленький Степа – Сашин брат. Недавно начал заниматься спортивной гимнастикой и степом. Мальчик хочет преуспеть так же, как сестра. Пока получается не все. Родители объясняют ребенку – спорт легко не дается. Иногда поддерживаем, говорим, что не получилось первый раз, получится обязательно во второй. Главное не бросать, а пытаться сделать еще. Иногда за что-то ругаем, говорим, что это ты виновата, что здесь не получилось, потому что это ты где-то когда-то не доработала и не доделала. Соответственно, ребенок делает выводы и уже стремится к тому, чтобы дома больше похвалили, и здесь получилось. Николай и Елена сами очень спортивные, по выходным ездят на велосипеды, ходят в турпоходы. Для них не самоцель, чтобы дети уходили в большой спорт. Главное, чтобы росли здоровыми и радостными. А спорт для увеличения работоспособности, для тонуса, для настроения. И времени на глупости с такой занятостью вовсе не остается. Это средство достижения, да, своих целей. Как уже мы говорили, что это, во-первых, становление характера, во-вторых, физическая форма. Хорошая, она еще никому никогда не мешала. Да? С этой физической формой можно, соответственно, потом развиваться, да? Выбрать себе любое другое направление, которым бы хотел заниматься, опять же, в отдыхе. У родителей Саши и Степы наполеоновские планы. Еще столько видов спорта, в которых дети себя не проявили. Жалеют только, что в неделе 7 дней, а в сутках 24 часа. Немногое можно успеть. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.